Простой подарок. Я до сих пор не могу поверить в это. Кто здесь? А, Фредди, это ты? Что ты здесь делаешь? Я хотел задать тебе тот же вопрос. Я думала, что ты, Фредди, должен был починить твой глаз. Я сказал нет. Мои взгляды изменились. Ребячество. Что ж, почему же ты тоже здесь, перед всеми этими детскими игрушками? Потому что эти ослы из Fazbear Entertainment еще не сделали мою версию детской игрушки. Я предполагаю, что я не популярна. Кто захочет брать обособленную, непривлекательную игрушку? А тебе не все ли равно, популярна ты или нет? Я думал, ты не та модель, которая заботится о такой фигне, как эта. Я нет. Ну все-таки. Но чего ты ждал от меня? Я не хочу быть забытой. Тебе не понять, так как ты был главным аниматроником в свое время. Хорошо, я сдаюсь. О чем ты говоришь? Просто подожди минутку. У меня еще есть один фокус в рукаве. А это мне пригодится. Что ты собираешься делать с ним? А если я скажу тебе, что у меня для тебя кое-что есть? Просто повернись и не поворачивайся, пока я не скажу тебе. Договорились? Хорошо. Хоть что-нибудь. Что это такое? Это совсем не похоже на Фредди. Чтобы он делал что-то вроде этого. Что же он задумал? Готово! Поворачивайся! Что это? Я знаю, что это не самая лучшая вещь в мире. Меня в действительности не волнует, если ты выбросишь его. Ну, то есть, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя возненавидел. Фредди! Ты хочешь взять ее или нет? Да. Вау! Хорошо. Зачем? Почему он делает это для меня? Я не думала, что он сделает что-то подобное. Как я могу отблагодарить его? Я не заслуживаю что-то вроде этого. Я должна отдать это обратно. Фредди, что ты делаешь? Давай просто остановимся на минутку. Может быть, даже дольше. Ты знаешь, Фредди, я не возражаю до тех пор, пока я с тобой. Behind.